Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, а также пишите запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация по данному видео, номер телефона пишите на Viber, либо же на WhatsApp. Звонить мне нельзя. Также, если кого-то заинтересуют курсы Таро, пишите, получите подробную информацию. Сегодня у нас онлайн-гадание. Будет 3 варианта. К чему снится ваш бывший мужчина? Бывший мужчина может быть как мужем, другом, с которым вы встречались, любовником, даже если этот человек был в отношениях. Вот к чему он вам снится иногда? Вот этот вот мужчина из вашего прошлого. Что он о вас думает, как он вас вспоминает? 3 варианта. Какой он вас видит, какой вас представляет, как вообще вспоминает вас, да? Не забываем, что расклад общий, поэтому если срезонирует, значит, это ваш расклад. Итак, к чему снится бывший? Первый вариант. Как он вас вспоминает, мужчина из прошлого? Как он вас видит, да? Как вспоминает? Какие чувства он сейчас испытывает к вам на данный момент, спустя время? Итак, к чему снится ваш бывший мужчина? Как он вас вспоминает? Как вот он думает, как он воспроизводит ваш образ? И какие чувства он к вам испытывает? И третий вариант, к чему снится бывший мужчина, мужчина из прошлого, как вас вспоминает и какие чувства. Определяйтесь, девочки, с вариантами. Первый, второй, третий вариант я раскладываю. Итак, к чему снится? Вы знаете, он не просто думает. Здесь у меня идет все равно между вами сильная связь. Вы, возможно, что-то не закрыли в отношениях. И он к вам испытывает сильные эмоции. Даже если этот человек на расстоянии, у него есть к вам притяжение. Он боится сам себя. Он боится своих чувств. По всей видимости, мужчина-то был не свободен. Поэтому вы и не смогли быть вместе. И он сделал выбор в пользу другой женщины. Он снится вам, потому что вы подсознательно чувствуете, что этот мужчина вас любит. И у вас к нему остались чувства. Ну и вы их туда, далеко затолкали. Как он о вас думает? Вообще он почему-то считает, что вы... Вы самодостаточный человек, мудрый человек. Но вы очень... Вы женщина сильная, мудрая. И с вами сложно. То есть для вас нужно вот это пространство. Вот так он видит вас. Вот так он вас вспоминает. Вы, конечно же, оставили глубокий след в его душе. Отношения между вами, они были, ну, возможно, и не очень долгими, но вот этот вот след вы у него оставили.
считает вас сильной личностью. Какие у него есть чувства к вам? Вы знаете, он старается эти чувства подавить разумом. Разумом. Потому что понимает, что необходим иметь холодный, даже где-то расчет. И должна голова всегда работать. То есть отключить сердечные эмоции. Отключить эту страсть, которую, возможно, он к вам испытывает до сих пор. Но он это держит под контролем. Он не свободен. Я по первому варианту вижу несвободного мужчину, который старается все держать под контролем, потому что ему тяжело погружаться в эти воспоминания. Однако чувства есть и у него, и у вас. Обстоятельства сильнее. Для чего-то вы встретились, возможно, для какого-то жизненного опыта. Возможно, также у вас была когда-то в прошлых воплощениях сильная связь. Сейчас каждый из вас идет своей дорогой. По первому варианту не исключено, что мужчина мог быть военным. Второй вариант. К чему снится? Здесь, может быть, речь идет о вдовстве. У женщины, которая стала вдовой, и ей снится этот мужчина, с которым была у вас очень сильная связь. Но вы расстались. Какая-то трагедия. Здесь по второму варианту в большей степени даже, возможно, речь идет все равно о мужчине, который трагично ушел из вашей жизни. Есть связь. Есть связь именно ментальная. Вы как будто что-то ему не додали, не договорили, и у вас в подсознании этот мужчина сидит. Вы к нему постоянно возвращаетесь. Даже можете как-то какую-то связь с ним иметь в общении. То есть мысленно часто обращаетесь к нему. Этот мужчина вас вспоминал очень ярко. Вы для него были солнцем, вы для него были светом. Я здесь вижу, что у вас должны быть дети общие. Он действительно... Это, кстати, еще могу сказать, что не исключен тот факт, что здесь по второму варианту даже, может быть, мать видит своего покойного сына во сне иногда. Потому что здесь очень сильно идет эмоциональная привязанность, и здесь очень сильная материнская связь. Здесь женщина могла быть, даже если она и жена, даже если вы жена, да, вы как опекали его. Вы для него были и сестрой, и матерью, и любимой женщиной. То есть вы брали на себя всю ответственность. И у вас очень сильная, мощная связь. Давайте посмотрим чувства. Не все так просто. Не все так просто связано с чувствами, потому что здесь произошла какая-то трагедия. Здесь как-то незадолго до вот какого-то события рокового могла произойти какая-то конфликтная ситуация. Здесь могла быть подлость со стороны каких-то людей, других людей. У человека чувства перемешанные, смешанные. Больно ему, понимаете, больно. Возможно, от своего предательства. Возможно, от каких-то разговоров, наговоров. Но здесь я вижу, что вмешательство третьих лиц идет. Если это сын, влияние со стороны какой-то женщины на ваши отношения. Если этот ваш мужчина, значит, было какое-то вмешательство еще какой-то женщины, которая так или иначе вносила в раздор вашу жизнь. Третий вариант. Вас искушают, конечно же, во сне через сон идет искушение. Вот тот мужчина, которого вы видите во сне, не исключен тот факт, что он, возможно, даже и хочет, чтобы вы мучились без него. Может быть, даже магическое воздействие.
он считает вас необыкновенной женщиной. Понимаете, у вас была очень хорошая совместимость, телесная совместимость. Вы для него были искушением, он для вас искушение. Вообще он считает, что вы очень необычная, творческая, самодостаточная. Вы нигде не пропадете, вы никогда не пропадете. То есть вы та женщина, которая всегда найдет выход из любого положения. Очень позитивно, очень как-то по-теплому он к вам относится до сих пор. Вы для него идеал женщины, ему хочется быть с вами. По поводу чувств, я бы здесь так сказала. Он бы хотел вновь встретиться с вами и проявить какую-то заботу. Ну хорошо, давайте посмотрим, а что же мешает-то? Что же мешает-то вам встретиться, третий вариант? Что же мешает вам быть вместе? У этого мужчины есть огромная тяга к вам. Старший аркан – любовь. А я хочу сказать, а вы встретитесь. По третьему варианту есть шанс вам встретиться. Между вами ничего не закончено. И у вас с ним идет мощная связь. Мощная связь. Этот мужчина хочет быть с вами, заботиться хочет о вас. Ему с вами всегда было хорошо. И могу так сказать, не исключен тот факт, что он даже как-то магичит на вас, чтобы вы были с ним вместе. Мужчина, кстати, тоже занимается магией. Не надо думать, что делает это только женщина. И мужчины тоже делают, поверьте мне, на моем жизненном опыте. Если срезонировал мой расклад, оставляйте, пожалуйста, комментарий. Я желаю вам мирного неба над головой, любви, счастья, здоровья, всех благ. Берегите себя, берегите своих детей.